Всем привет! С Новым годом вас! Удачи, благополучия и здоровья вам и вашим семьям! Сегодня я сделал подборку товаров для ванной комнаты, которые вам очень пригодятся и понравятся. В описании я оставлю ссылки на эти товары, а также еще на 10 товаров, которые очень популярны на AliExpress. Они простые и особо про них нечего рассказывать, но они достойны вашего внимания. Ну и давайте начинать. Приятного просмотра! Антипробуксовочная наклейка для ванны. Если в вашей ванной очень скользко и вы боитесь подскользнуться и упасть, то такая противоскользящая прозрачная наклейка – это отличный вариант. Пользоваться ею достаточно просто. Снимаете защитную пленку и наклеиваете на ванную. В комплекте 6 штук. Такая наклейка обеспечит устойчивость в вашей ванной комнате. Вам больше не придется бояться упасть, проводя водные процедуры. Стильный поворотный держатель для полотенец. Позволяет держать полотенца развешенными, не занимая пространство ванной комнаты. Очень удобная и функциональная конструкция, которой удобно управлять и настраивать. Такой держатель хорошо впишется в интерьер любой ванной комнаты. Современная душевая система. Удобная, продуманная, стильная, современная модель. Она прекрасно впишется в интерьер вашей ванной комнаты и будет смотреться гармонично в хромированном цветном исполнении. Данная душевая система является прекрасным гидромассажным инструментом, позволяющим создать эффект настоящего тропического водопада, который прогонит усталость и поможет расслабиться. Душевая система классная, излив является переключателем на лейку или верхний душ. В комплектации данной душевой стойки входит верхний душ, шланг, лейка, штанга с держателем для душевой лейки и смеситель. Размер данного душевого гарнитура регулируется по высоте от 85 до 140 см. Мыльница со сливом идеально подходит в ванную комнату для хранения мыла. Отлично решает проблему размокания мыла из-за остановки воды в мыльнице. Благодаря присоскам устойчиво держится на поверхности раковины или ванны. Наличие так называемого слива, благодаря которому вода не задерживается в мыльнице и не размягчает само мыло, делает мыльницу мега полезной вещью. Удобная швабра с распылителем. Досконально продуманная конструкция швабры полутора с применением очень прочных материалов, оптимальным размером рабочей части, достаточно вместительным резервуаром для воды на 350 мл и вращающимся на 360 градусов стержнем хватит для очистки комнаты площадью до 100 квадратных метров. Благодаря столь гибкой конструкции швабры, ей удобно мыть даже под диванами, шкафами и прочей мебелью. Полутор оснащен распылителем, который обеспечивает дозированную подачу воды. Он способен распылять воду на расстоянии до 95 см. Тканевая насадка из тонких волокон хлопка легко и быстро справится даже с непростыми загрязнениями. Более жесткие волокна полутора эффективно удаляют различные пятна, потеки, засохшие на поверхности соусы и другие загрязнения, когда более мягкие позволяют впитывать жидкость и влагу. Телескопическая штанга полутора позволит настроить оптимальную длину как для комфортного процесса уборки, так и для компактного хранения изделия. Простое электробиде. Это удобный и быстрый способ усовершенствовать любой санузел в соответствии с современными гигиеническими требованиями. Электронное биде позволяет не только заботиться о чистоте и здоровье всех членов семьи, но также экономить природные ресурсы. Такое электронное биде очень легко устанавливается. Оно не вызовет трудностей даже у новичка, а времени займет менее часа. Регулируемые выдвигающиеся форсунки дают наилучший эффект орошения для самых различных комплекций, как мужских, так и женских. Умная насадка на кран. Простое, но необыкновенно водосберегающее устройство, которое легко собирается и превращает традиционный кран в современный сенсорный. Две зоны сенсорного реагирования и два режима подачи воды, а также высокая скорость срабатывания – 0,25 секунды. Чтобы открыть кран, теперь достаточно поднести руку к насадке. Это не только удобно, но и безопасно, ведь инфракрасное управление устраняет риск перекрестного загрязнения. Датчик реагирования находится в нижней части насадки. Чтобы открыть воду, нужно поднести руку в зону действия датчика, это в пределах 10 см. Когда рука покинет зону реагирования, струя воды остановится. Если рука остается в зоне действия датчика более 20 секунд, подача воды автоматически прекращается. Зона реагирования бокового датчика 5 см. Поднесите к нему руку, чтобы включить непрерывную подачу воды в течение 3 минут. Чтобы преждевременно выключить воду, поднесите руку к датчику еще раз. Скамейка для унитаза. Позаботиться о том, чтобы каждый ваш визит в туалет стал более здоровым.
Она ставится на полу у унитаза и позволяет поднять ноги в позу на корточках. Доказано, что этот способ облегчения более полезен для здоровья. Когда вы поднимаете ноги, ваш желудочно-кишечный тракт распрямляется. Ровное положение тракта означает, что вам потребуется меньше усилий и вы проведете меньше времени на унитазе. Для комфортного пребывания в туалете со скамейкой в ней предусмотрен освежитель воздуха. Это замечательная вещь, сделана из качественного пластика и прослужит вам долго. Мягкий нескользящий коврик для ванной комнаты с пенным наполнителем, сделанный из флиса. Прекрасно впитывает влагу, легко моется и быстро сохнет. Коврик создаст в ванной комнате современный акцент и обеспечит ножкам тепло и безопасность после водных процедур, а также комфорт во время выхода из душа и в то же время защитит вас от падений на скользком полу. Волокна коврика скручены и обладают множеством капиллярных каналов, чтобы хорошо впитывать влагу, обеспечивая сухость и безопасность под ногами. Ворс коврика мягкий и приятный, а насыщенный цвет и рисунок четкий и стойкий, благодаря современной технологии окрашивания реактивной печатью. Для ухода придерживайтесь температурного режима, отжима и сушки на бирке производителя. Пистолет для прочистки канализации предназначен для выполнения прочистки труб диаметром до 40 мм. Конец спирали имеет грушевидную форму. Для большей надежности и прочности инструмент оснастили стальным барабаном, стальным оцинкованным тросом и усиленным наконечником спирально-конической формы. Таким образом, производителю удалось увеличить рабочий ресурс инструмента. Девайс очень полезный в любой квартире либо в доме. С ним вы без проблем очистите трубы с любой сложностью засора и грязи. Вот что я нашел для ваших ванных комнат. Устройства интересные и полезные, пригодятся многим хозяюшкам и будут помогать каждый день. Пишите в комментариях, что вам понравилось больше всего и что бы вы хотели себе купить. Спасибо всем, кто ставит лайк и подписывается на канал. Также обязательно нажимайте на колокольчик рядом с кнопкой подписаться, чтобы не пропустить мои новые ролики. Всех с праздниками и с Рождеством! Пока-пока!